Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов с сайта на OpenCart в виде уведомлений в Telegram. Это нужно для того, чтобы в автоматическом режиме передавать все новые заказы с сайта на OpenCart в другие системы. Например, вы можете получать уведомления в Telegram про все новые заказы. Таким образом, вы никогда их не пропустите. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных OpenCart. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы в Telegram выгружались все новые заказы, выбираем действие «Загрузить заказы новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш OpenCart к системе Apex Drive. Для этого кликаем «Подключить аккаунт». В этом окне вы можете дать название своему аккаунту. Если в этом необходимости нет, просто кликаем «Сохранить». Теперь необходимо скачать файл, который нужно будет загрузить в корневой каталог вашего сайта на OpenCart. После этих действий вам необходимо прописать путь к файлу в поле URL файла коннектора. Я же буду использовать уже подключенный аккаунт OpenCart к системе Apex Drive. Если вы выполните все вышеперечисленные действия правильно, подключенный логин отобразится в списке «Активные аккаунты». Его можно будет выбрать и продолжить работу. Для системы OpenCart дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных OpenCart успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие. Отправить сообщение. На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram к системе Apex Drive. Для начала необходимо скопировать имя бота, найти его в вашем Telegram и запустить. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После успешного подключения возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет приходить в ваш Telegram при каждом новом заказе на OpenCart. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле «Сообщение» и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. После того, как все необходимые данные назначены в поле сообщения, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Telegram при каждом новом заказе на OpenCart. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Telegram».
Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!